Intego Platinum, режим трасса, смотрим сработку на криспе, который нам стоит в лоб сейчас. В режиме город более чем достаточно. Так, ну опять же, дальность на чуть-чуть, может быть даже примерно с городским в лоб, но тут горочка у нас, поэтому в принципе устраивает. Единственная разница по режимам города от трассы: на трассу срабатывает он с первого положения, в городском режиме срабатывает с третьего положения. То есть первое и второе он показывает только визуальное оповещение, что поймал он сигнал. Так, сигнал устойчивый, нареканий нету. Сейчас покажу треногу. После этого прокатимся в спину. Мама тренога стоит, затаренная. И сейчас попробуем в трассовом режиме проехать на нее в спину. Не отрубая, чтобы не резать это видео уже. Блин, ну хорошо, дальше отъеду. Офигеть. Дальности, да, уже уехали мы от нее, но сработка все равно есть. Так, давайте дальше попробуем все-таки отъехать и посмотреть. Голд я не буду ставить, потому что голда я достаточно много катал. Так, попробуем вот так вот. Режим трасса. Отъехали подальше, потому что даже в спину достаточно далеко. Есть сработка первая, учитывая то, что нам машина прикрывает обзор. Ну, блин, дальность, наверное, метров, ну, как минимум 700-800. Первая сработка. Пошла дальше сработка. Вот так-то, ребятки. Так что, в принципе, не знаю, неубедительно для меня вот эти все сигнатурные приборчики. Да, это тишина, возможно, в городе, но, блин, не каждый, опять же, может себе позволить купить два прибора, чтобы один катать в городе, а другой по трассе. Здесь я не превышаю, борзеть не буду, хотя, в принципе, попросился покататься. Вот так-то. Так что, в принципе... далеко, достаточно далеко срабатывает. Это режим трассы. Сейчас мы попробуем его в смарте покатать. Не очень люблю я вот эти середнячковые режимы между тем и тем. То есть, если город, то в городе, если трасса, то в трассе я катаю. Ну, попробуем сейчас в смарте, тем не менее. Посмотрим.